Накануне 76-й годовщины Великой Победы ветеранам войны особое внимание. Кроме денежных выплат, в республике подготовили праздничные наборы. Не только продуктовые наборы, хотя мы в этом году подошли с точки зрения формирования наших национальных продуктов. Это и мед, и шартан, это то, что у нас производится, и плед с символикой, сурский рубеж. Я думаю, всем ветеранам Великой Отечественной войны и семьям будет важно перелистать страницы истории тех далеких годов и вспомнить, прочитать воспоминания своих соотечественников и участников строительства Сурского рубежа. Присоединились к акции депутаты Госдумы России. Алена Аршинова поздравила Анну Ивановну Саенко и Ивана Григорьевича Григорьева. Анна Ивановна воевала на Северо-Кавказском фронте. Войну закончила в Австрии. Ветеран награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, юбилейными медалями. Иван Григорьевич ушел на фронт в 1942 году. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями маршала Жукова и за боевые заслуги.